Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Что случилось? Что случилось? Что случилось? С полки азбука свалилась. Больно вывихнула ножку прописная буква М. Г ударилась немножко, Ж рассыпалась совсем. Потеряла буква Ю перекладину свою. Очутившись на полу, поломала хвостик У. Ф бедняжку так раздуло, не прочесть ее никак. Букву Р перевернула, превратила в мягкий знак. Буква С совсем сомкнулась, превратилась в букву О. Буква А, когда очнулась, не узнала никого. Ребята, про что этот стих? Да, это про алфавит, азбука. Сегодня мы с вами начинаем изучать алфавит. И первая буква у нас в алфавите – буква А. Посмотрите, А заглавная и А маленькая. А – начало алфавита, тем она и знаменита. А узнать ее легко, ноги ставит широко. В море плавала акула, ела все, что в нем тонуло. К нам акула приплыла, превратилась в букву А. Буква А любит вкусные слова. Абрикос, арбуз, айва. Вот ведь правда какова. А еще и ананас, что на юге рос для нас. Авокадо, алыча, и не надо всем врача. Апельсин нам не забыть, тоже первым должен быть. Вот сколько, смотрите, слов на букву А. Ну-ка подумайте, может быть, вы тоже знаете какие-то слова на букву А? А теперь... У меня для вас задание. Вам нужно угадать две загадки. Ответ этих загадок начинается на букву А. Напишите в комментариях ответ и пропишите букву А в строчку на листочке сами дома. А вот и загадки. К нам приехали с Бахчи полосатые мечи. Это первая загадка. А теперь вторая. Посмотрите, дом стоит, до краев водой налит. Без окошек, но не мрачный. С четырех сторон прозрачный. В этом домике жильцы все умелые пловцы. Теперь жду от вас ответов. Записывайте в комментариях. А пока мы с вами прощаемся. До свидания, детки!